وهذا كما قال الإمام علي رضي الله عنه: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالعرش أكبر المخلوقات مساحة، فإذا كان الله قاهره فما دونه من باب أولى مقهور لله تبارك وتعالى. هكذا قال القشيري في الرسالة القشيرية: الرحمن على العرش استوى، حفظ وقهر وأبقى. Наши убеждения, которые мы всегда повторяем, это убеждения всех мусульман. Всех пророков и посланников у них были правильные убеждения о Боге. Наши убеждения, что Аллах существует безместно. Но ни в коем случае не путайте смысл этих слов. Когда говорим «Аллах существует безместно», это не означает, что Аллах везде. Нет. Место – это создание Аллаха. Ее не было, потом оно появилось. А до создания места Аллах существовал без нее, не нуждается в нее. А после создания места Аллах существует без нее, не нуждается в ней.